11 июля исполнилось 20 лет со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Таможенный брокер», входящего в группу компаний ОАО «ММК». Предприятие создано приказом генерального директора ОАО «ММК» номер 299 от 11 июля 1996 года на базе управления декларирования ММК для таможенного оформления импортных и экспортных грузов ОАО «ММК». Таможенный брокер включен в реестр таможенных представителей Федеральной таможенной службы России и оказывает комплекс услуг по таможенному оформлению, хранению товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. Среди клиентов брокера – крупные производственные предприятия, но основной заказчик услуг – Магнитогорский металлургический комбинат, являющийся одним из крупнейших участников внешнеэкономической деятельности в России, а также предприятия группы ММК. Таможенный брокер оснащен современными средствами вычислительной техники и программным обеспечением. Предприятие одним из первых приступило к оформлению электронных таможенных деклараций, что позволило существенно ускорить процесс таможенного оформления грузов. По данным Магнитогорского таможенного поста, таможенный брокер выполняет таможенное оформление более 95% всех экспортных и импортных грузов, декларируемых в зоне деятельности Магнитогорского таможенного поста. В 2015 году таможенный брокер оформил около 33,5 тысяч таможенных деклараций, что на 20% превышает показатели 2014 года, сообщает Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».